Well, I know from, I'm from Holland, and in the Second World War, there were the Germans, the Nazis, they were in Holland. And I know some... Я из Голландии, и, естественно, к нам вторгались фашисты во время Второй мировой войны, и многие наши соотечественники укрывали евреев у себя в подвале, еще где-то, и когда приходили нацисты, они лгали им о том, что у них нет евреев, и о том, что ни у кого по соседству нет евреев. Конечно, это очень трудно сделать на практике, но, например, даже я знаю, в Советском Союзе, когда в Белоруссию, в Украину Библии возили, люди молились о том, чтобы им не задавали на границах трудные вопросы. И у них получалось сделать то, что они хотели. То есть это было во благо, но я все-таки думаю, что прежде всего здесь нужна молитва, здесь нужно спрашивать Бога, как поступать в этих случаях. Но если ты хочешь кого-то спасти, то, возможно, как-то можно исказить правду, но теоретически и практически, да, это довольно трудно соединить.